прямо сейчас мы находимся в Истринском городском парке и направляемся к площадке у самолета, где студия танца «Шаг вперед» проводит свой традиционный опен-эйр. Истра Open Air. Это что такое? Это танцевальный проект, рассчитанный на разную возрастную категорию, на детей, на взрослых, в котором могут принимать участие все желающие. Достаточно просто выйти на улицу в назначенный день, назначенное время, и наши преподаватели и приглашенные педагоги в этот день будут проводить танцевальные мастер-классы под открытым небом. В этом году получается, что проект проводится пятый раз, но, к сожалению, в том году мы не смогли его провести, потому что была аномальная погода на улице, и мы решили не рисковать. Мы стараемся задействовать разные возрастные категории. Первый мастер-класс для малышей по современному танцу. Далее, как правило, у нас хип-хоп мастер-класс для молодежи. Мы пригласили в этом году звезду танцев на ТНТ, четвертый сезон, Машу Дружинину. Я хорошо отношусь к таким открытым мероприятиям, потому что собирается большое количество людей, детей, вот, и они все учат танцевать, потом приходят на занятия. Я вообще за развитие танцевальной нашей индустрии, моего стиля в разных городах, поэтому я вообще счастлива, что я приехала, и дети прекрасные, улыбчивые. Маш, мы знаем, что скоро ты будешь принимать участие в шестом сезоне танцев на ТНТ, это правда? Да. С каким настроем ты входишь в этот сезон? С прекрасным, с боевым, с настроем на победу. Что тебя ждет в течение всего этого сезона? Увидите. То есть это пока интрига, мы всех карт не будем раскрывать. Да, никто пока ничего не знает, вот вы все увидите, когда включите телевизор. Последний мастер-класс, он для взрослых, потому что взрослые очень часто любят оставаться в стороне, а мы стараемся всячески их привлечь тоже в наши мероприятия. Кто сегодня проведет мастер-класс для взрослых? Наш супергениальный инструктор по направлению зумба Владимир Нескучный. Он преподает в нашей студии, и, кстати, уже третий раз мы проводим с его участием Open Air. Екатерина, я мама Елисейки, которая сейчас вот около сцены танцует, посмотрела. Наверное, действительно нужно ходить и развивать своих детей. Спасибо вам большое за такое мероприятие. Продлите нам лето. Зумба сейчас один из самых популярных направлений. Почему? Все очень просто. Потому что мы пропагандируем простую хореографию в сочетании с зажигательной музыкой. И, конечно же, мы общаемся. Мы непосредственно вовлекаем народ в процесс. Я инструктор, я стою на сцене, на площадке или на классе. Да, я общаюсь, показываю навигацию всякую разную. Это может быть жестовая навигация или голосовая навигация. Эй! Ну, что-то в этом роде. Помимо зажигательных песен, зажигательных ритмов, да, которые в нас пробуждают такую энергию, да, это еще и хорошая тренировка. Конечно, за один класс зумба можно сжечь от 700 до 1000 калорий в зависимости от вовлечения в класс. Я думаю, после этих слов вся наша редакция окажется на ваших занятиях. Безусловно, друзья, приходите на наши классы. У нас очень веселая аудитория, зажигательно. У нас весело, просто и, конечно же, не скучно. Почему? Потому что я Владимир Нескучный.
Хочется сказать огромное спасибо руководству Истринского городского парка, также в лице Михаила Прохорова и в лице Быковой Лилии Владимировны за то, что они предоставили площадку для проведения мероприятий и все необходимое оборудование. Также мы благодарим компанию Истранет и портал Истра.РФ за информационную поддержку. Спасибо большое. Друзья, ну что, мы созрели, чтобы присоединиться. Я пошла в бой. Что ж, я думаю, пора заканчивать. Это были Полина Готовы. Громова, внимание. Максим Рыков, Истра.РФ.